Так, здрасте, ребятушки, всем привет. Ну что, сегодня у нас очередной обзор мода, который называется Scania LK111 Normal. Давайте смотреть, что это за Scania, они прям очень капец интересно. Сегодня некоторые такие интересные моды увидите на канале, да. Сейчас увидите на канале, в принципе, какие смогу снять, я сниму. Наушники просто задели. Вот. Поехали. Поэтому, как-то так. Поехали. Кабина одна. По шасси у нас здесь несколько. Ага. То есть у нас получается, данный мод выходил под, если верить данной информации, я так понял, что под 37-ю версию выходил. И, вот это хорошо так перескочил. Здесь у нас что есть? 8 на 2 бакса, 8 на 4, 6 на 4 бакса, 8 на 2, супер какие. То есть обычно 4 на 2 возьмем. По двигателям здесь у нас 296, 360, 375, 450, 450 и 500 лошадок. И все, я понял. Окей. По трансмиссии 10-12 ретардером, 6 ретардером. По интерьеру, слушайте, ну интерьер реально топовый, прям реально топовый, и придраться прям не к чему. Какие-то иные там картинки, картонки ставлены, нет, я не вижу такого. Простой, хороший интерьер, надеюсь, что по анимациям он не будет нас разочаровывать, но интерьер реально классный, мне нравится. По покраске есть какой-то скин у него дополнительный и, соответственно, обычная цветовая гамма, которую можно. Что у нас по аксессуарам? Здесь мы можем различные бампера, пожалуйста, на цвет и вкус выбрать, плюс сами бамперы здесь тоже под цвет и так далее. Решетка под цвет можете тоже, плюс антенна. Здесь у нас звуковой. Лестница плюс климат-контроля, подсветы либо черный делать, я понял. Дальше, что у нас здесь? У нас либо тангук, это я не знаю, что это такое, типа кислорода, чи что это. И плюс, вот это я не знаю, честно сказать, кстати, не знаю. Так, дальше, в принципе, все. Внутри, здесь, я так понял, что GPS, наверное, да? А что это такое? Ну, пусть будет. Какое-то дополнительное зеркало, чи что это? Интересно. Здесь то же самое, да? Да. Я реально, просто очень капец интересно. Здесь мы можем антенну добавить, и внутри... Ничего добавить мы с вами, антенна, не можем. Окей, принимаем. Покупаем и смотрим. Так. Окей. Все. Посмотрим, что он еще в себе состоит по звуку и так далее. Ну, на самом... Прям реально. Очень интересно его посмотреть. Ну, салон, конечно, очень классный, интересный. И мне, надеюсь... Все-таки Scania не должно быть подвести в плане анимации. Звук. Ничего себе. Звук классный. Реально классный звук. Обалденный звук. Свет. Есть. Вижу. Аварийка. Работает. Стоп-сигнал. Работает. Поворотники. Все работает, анимация есть, хорошо, дворники работают, пожалуйста, цвет и вкус. Ну и не подведи. Ну, конечно, все работает. Даже вот эти у нас... Это круто. Я так не понял, что это у нас вот это, которое мы с вами поставили. Я так толком не понял, что это. Типа освещение, что ли, наверное? Ну,
Ну ладно, поехали, прокатимся. Слушай. Ни хрена себе. Слушай. Блин, какой же он хорош. Ну реально. Блин, просто хорош. На нем покататься прям с удовольствием. Конечно, такой бы найти бы трейлер было бы очень симпатично. Ну, прям какой реально с ним трейлер? Не, ну, в принципе, можно выбрать, как бы, под первую серию, когда я с Канью с ним делал стрим. В принципе, я трейлер выбирал. Я думаю, что на нем тоже пойдет. В целом, реально... Все вот эта анимация есть. Блин, ну это круто. Это реально круто. Это топчик. И мне очень сильно этот данный мод понравился. Своим, особенно своей анимацией. Да, старичок. Но это класс. Блин, большой респект, реально. Большой респект, молодцы. Молодец автор или авторы данного мода. И круто, реально круто. Все, что нужно, все это присутствует. Реально. Анимации, пожалуйста, на цвет и вкус, все это есть. Так бы было, прям реально, если бы автомобили. Потому что в своих, я буду обзорах, всегда буду говорить. Я особенно присутствую, это словосочетание будет про автомобили. Реально, потому что в автомобилях у нас, к сожалению, всегда через одно место. В грузовиках у нас, слава богу, все хорошо, и все с ними нормально, модики выходят прямо отлично. Данный грузовик классный, все ссылки будут в описании. Обязательно качайте и катайтесь на здоровье. С вами канал 24, всем пока, всем удачи. Пока-пока.